Педсоветы нужны, чтобы не было педпарадов. Здравствуйте, коллеги. Хорошо, что вы бросили свои педагогические дела и собрались. Спасибо. Сталинина Иосифовна. К чему такая спешка? У нас дети в столовой остались без присмотра. Они сейчас схватят лишний кисель, и что мы с вами делаем? Да пропади он пропадом, этот кисель. У нас в школе ЧП. ЧП? Да. Что случилось? Что случилось? Случилось. Я в этой школе уже 30 лет работаю, знаете, повидала. Но повидала. И унитазы в туалете взрывали, и голубей в борщ подкидывали. И учителя ГБЖ. Сетка от футбольных ворот связывали, все было, но такого я ему не было никогда. Никогда. ЧП просто. Ой, коллеги, да. Извините, пожалуйста, я детей не могла оставить. Хорош пугать-то, что случилось? Извините. А вот нам сейчас эта женщина все ей объяснит, что случилось. Я? Вы имеете в виду Светлану Юрьевну? Вот вы сейчас посмотрите, какое фото она в своих социальных сетях разместила, и сами для себя решите, кто она вам, Светлана Юрьевна или эта женщина? Пожалуйста. Вы что, ку-ку? Это что такое, Светлана Юрьевна? Да, это что такое? Женщина. В Кремле уже знают? Нет, еще не знают. Но из Горано уже звонили. Ну, правда, насчет Олимпиады по химии, но тон у них был такой, что они там все в шоке уже просто. Вот и все. Развратище. Чего еще мы о вас не знаем? Может быть, вы еще этого, как его, Алджея слушаете? Да не слушаю я никакого Алджея, коллеги. Ну, хоть какой-то атом меда в этой вселенной дегтя. Физкультур, Баскетболович. А. Вы единственный мужчина. Скажите что-нибудь. Слушайте, бабоньки, да я в шоке просто. Я вот сейчас сижу, думаю. У меня каждый урок минимум 15 несовершеннолетних девочек бегают в таких шортах. Я вообще под статьей хожу. Так, физкультура, успокойся. Определись, ты на чьей стороне вообще? Бабоньки, ну конечно на вашей, мне еще с вами корячиться и корячиться. Дети должны грызть гранит науки, а не пялиться на своего учителя. Правильно, вот, правильно. Посмотрите, пожалуйста, вы можете четко определить, где у нее талия, где у нее грудь и, простите, и попа? Могу. Вот, а теперь посмотрите на меня. Можете четко сказать, где у меня что? Ну, плюс-минус метр. Вот. Поэтому дети на моих уроках думают об учебе. Полушария меридианом. А может, они у вас так на уроках напрягаются, потому что пытаются понять, где у вас что? Не передергивайте. А. Детей надо учить, а не тыкать своими коленками прямо в лицо. Коленки? Вы что, первоклашек учите? Ну, образно сейчас. Ой, да я просто же. Предлагаю ее уволить. Уволить. Голосуй. Уволить. Да вы что, коллеги? Ну, это же всего лишь фотография в шортах. Всего лишь шорты. Всего лишь шорты? Да, да вы что говорите? А представьте, что все будут в шортах ходить в школе. Представьте, я вот такая пришла в шортах. Видите? Довели человека. Я предлагаю ее уволить задним числом. Правильно. Пусть не сверкает здесь своим задним числом. А? И разжаловать ее из педагогов. Распедагожить. А. Точно. Я полностью с вами согласна. Спикина Инглишевна. Но, к сожалению, мы не можем этого сделать. У нас учитель истории один. Неким заменить, оказывается. Ну что же, я могу преподавать историю. В конце концов, исторические события проходили на какой-то географической местности. Ну, по вашей логике, вы и биологию можете преподавать. Зверье же тоже бегает на какой-то географической местности, да? И физкультуру можете преподавать. А, не, физкультуру не может. Ключи-то от спортзала у меня. А, кстати, историю я могу преподавать. У меня этих историй, знаете, мы, короче, как-то раз по пьяни с полушарием. Так, все, хватит физкультуры. Я знаю все ваши истории. Это с историей не имеет никакого общего значения. Так, ладно. Значит, сейчас я решу, что делать. Значит, так. Сейчас у нас Светлана Юрьевна идет и пишет заявление в Горано, да? Объяснительную, все по порядку, объясняет, почему и как, да? Да. Отделаемся малой кровью. Вы согласны? Я согласна. Так. А, пенициллина, аппендицитовна, зайдите к нам. Сейчас зайдет медсестра, уколет вам пальчик и напишите мне объяснительную кровью. Сталинина Иосифовна. Что случилось? Что, опять ЧП? Ч-ч-ч-ч-п-п-п-п-п-шище! Господи!
коллеги, это всего лишь фотография в купальнике на пляже. Ведьма! Коллеги! Я Содома! London is the capital of Great Britain. It is the largest in the city in the world. Amen. Здравствуйте! А, это вы уже к Дню Учителя готовитесь, да? Здравствуйте, Доверяйно Проверяевич. Здрасте, коллеги, здрасте. А я смотрю, иду, огонек у вас горит. Думаю, дай на огонек зайду. Прямо из Горано пришел. Объявить вам благодарность, так сказать, Илоне Юрьевне за создание современного образа учителя. О! Да, как говорится, в красивом теле красивые знания. Спасибо вам, спасибо. Да. Аплодируем, товарищи. Да, да, да. Ну, а вам, товарищи преподаватели, я бы рекомендовал заняться здоровым образом жизни. Вот. Как говорится, где ЗОЖ, там много красивых рож. Для КВН, ну, если вдруг понадобится. Да. Сталинина Иосифом. Что? Ну, вы когда пересмотрите свой гардероб? Место директора школы, как говорится, пусто не бывает. Ну, готовьтесь пока, пока готовьтесь, как директор. Что? Не, ну я думал, будет хуже.